26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Жители округа почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии и возложили цветы к мемориальному камню на улице Неделина. В канун 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции наша организация «Союз ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции» Одинцовского городского округа Московской области выступила инициатором о проведении мемориального забега. На центральном стадионе в Одинцове состоялся забег памяти подвига ликвидаторов. Поддержали патриотическую акцию активисты со всего городского округа. Хочу сказать, что я рада тому, что нас пришли поддержать не те люди, и те люди, которые кто-то работал, кто-то являлся именно спасателем, именно там работая, но и молодое поколение. И поэтому сегодня вместе, вот таким здоровым спортивным забегом, мы хотим отметить эту дату. Дистанция в этом году символичная – 1986 метров. Именно в том году произошла трагедия в городе Чернобыль. В спортивном состязании приняли участие более 100 человек. Конечно, это любители бега, это Одинцовское движение «Одиран». Это наше активное долголетие. Они всегда поддерживают такие интересные проекты, интересные движения. Конечно, это само сообщество ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Одинцовское отделение. Организатором забега выступили Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, а также Комитет физической культуры и спорта администрации округа. Сочетание спорта и патриотизма – важная особенность этого соревнования, отметили участники. Да, спорт – это важно, но патриотические акции и молодежь их должны поддерживать и поддерживают. Вот мы даже видим на заднем фоне, сколько людей сегодня присоединилось. По окончании забега все участники получили памятные медали. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».